Всем привет, играем в Фазмофобию, соло, кошмар, Ричвью Рот, Мэри Шоу Кросс, горящая свеча, сфотографировать призрака, благовонием, там что-то тоже надо сделать. Здравствуйте, Ричвью, на Ричвью снег, вот тебе и на, везде жара, на Ричвью снег. Так, что нам Ричвью приготовил? Картишечки. Не самый мой любимый проклятый предмет. Далеко не самый. Слишком много рандома. Я такое не люблю, не приемлю, не весело. Особенно, когда тебе нужна охота. А у тебя чё? Ничего. А у тебя опять солнце. И скучно, и грустно. Но, как бы, ситуация такова, и никакова больше, нам придется как-то с картами уживаться, что ли. Как-то вот находить точки соприкосновения, договариваться, пытаться... Наверху что-то. Пытаться убедить в том, что у нас тут как бы, ну, общее дело, да? И в интересах же колоды мне помогать. Оказывать содействие. Не нагрелось еще нифига. Опа, здрасте. Где минусовая? Что-то кинули, но что, я не поняла. В коридоре минус? Я просто, ну, не очень сильно понимаю, что он там мог кинуть в коридоре. Здесь минус? Здесь 3-3. Что ты обманываешь? Ну, такое ощущение, что в коридоре. Может быть, что с первого этажа пробивает? А с подвала? Какой-то плавающий минус. То минус, то не минус. Все-таки в ванной. Мне это не принципиально, мне просто надо было комнату выделить. Но почему мне показывало минус еще, когда я поднималась по лестнице и наводила термометр, считай, на лестницу? А мне там уже как бы, типа, спойлер, да? Наверху минус. Ладно. Окей. Ну, вроде как в ванной. В ванной самый низкий, самая низкая температура, я как бы... Выше минус 6 не видела. Ниже минус 6. Раз уж отрицательно, это ниже. Так это такая история. Вот уже и пар изо рта, пожалуйста. Ну, арба не летит. Так, ручки, ножки, пальцы. Ты молодой? Ага. Окей. Ну, тащим-то. На мимика не похоже, арбы нет. Морой, кто там у нас, Андрей, близнецы?
Пачка, конечно. Выдающаяся. Ой, тут и кость еще. А никто не видел. Я вот думаю, тянуть карты. Или ждать уже, пока на меня нападут злые силы. Вопрос не праздный. Не, ну, наверное, тянуть. Времени еще очень мало прошло. Я не думаю, что я тут успела сильно подсадиться. Помним, конечно, всегда про миллион солнц, которые могут подостерегать. Но давайте их вытащим сейчас, чем потом, да? Чпоньк. Так, тут уже тушение произошло. Пойду возьму... Китки отовсюду. Я вот думаю, просто где картишки тянуть. Прям тут. Че, уже не тут? Да не тут. Че ты мне рассказываешь? Ну погнали. Будем надеяться, что... Зеленая. Класс! Башню... Ой, дверь открыл в коридоре. Стоишь прям великолепно. Прям молодец. Но близнецов там попахивает. Да не надо! Ну, ищ... Ты издеваешься. Здорово. Ну, разряди меня хоть чуть-чуть. Ну, вот это было не обязательно, кстати, делать. Ну, ладно. Ладно, хрен с тобой. Спасибо, что не солнце, но... Две луны выпало. Две луны дурака выпало, понимаешь? Как с этим жить? Я не понимаю. Похоже на то, что это близняшка, у которой длинные руки, которая теребит двери в коридоре. Это бы объясняло приколы с температурой. Вот. А там что по факту? Никто не знает. Точнее, мы узнаем, но узнаем уже после охоты. Можно сюда влезть? Впиндюриться. Нельзя. Слишком узко. Здорово. Это ты молодец. Это ты молодец, что гостишь. Красотка. Покажи мне страсть. Ты Анрё или нет? Но она здесь, она в этой комнате. Но двери дергает снаружи. Причем одну дверь вообще дернула где-то очень далеко. Не вот в эту комнату. Сейчас узнаем.
Я дышу, и пар изо рта такой. Гипнотизируем свечку. Единственное, что нам остается. Ну, блин, карты Таро, но дело такое. Тут никак нельзя предугадать, что там будет. Спасибо, что не повешенный. Хотя закончили пораньше. Кошмарит. Кошмарит. Чертовка. Ну давай, ешь крест уже. Уже вообще по-хорошему уже пора. Сколько? 3 гаста. Уже до 50 мы точно разрядились с тобой. Бах, и крест при свечке. Я сейчас тогда вычеркну Анрё. А может быть, это Анрё, который не дает начать охоту. Он тогда бы она свечку потушила. Тогда бы она свечку потушила. А ей никто ничего не запрещает. Опа. Черебучая, ты посмотри, какая. Хорош. Я причем ничего не делаю. Ну, типа, не разговариваю там. Я даже не шевелюсь, по большому счету. Иди сюда. Ку-ку. Подвал. У него обычная скорость. Обычная скорость у нее. Она, мне кажется, из коридора пришла. Ну, плюс-минус откуда-то оттуда. Вот это как бы... Может значить только одно. Либо это Анрё, либо это Маро, еще не набравший силу. Потому что, ну, на близнецов это не похоже. Ну, мне кажется, что Марой уже должен был как бы чуть-чуть-то, хотя бы чуть-чуть ускориться. Он вообще не ускорился. Хорошо, давай сюда перетащим. Смотри. Смотри, что делаю. Ой, блин, пропустила, а? С
Зараза. Это должен быть Анрё. Че, перенесем крест второй? Посмотрим. Скорость обычная. Явно не морой. Сейчас, конечно, соберутся секты свидетелей Анрё, которые будут говорить, что он уехал от креста. Не могу за благовушкой сходить, потому что боюсь, что сейчас опять пропущу. Это гостиная. Угу. Должен быть Анрё. Никакого прикола по скорости нет. Вообще никакого прикола. Просто обычный призрак. Бежит и бежит. Тоже гастушка. Блин, ну бесится. Но если ты бесишься, ты как бы это... Потуши свечку. Потуши свечку, не бесись. Потуши свечку, съешь крест. Тоже хороший алгоритм. Как бы, что ты меня запугиваешь-то? Хочешь, я вот возьму тебя, даже поснимаю? Или я ее снимаю? Я ее снимала уже. Я тебя уже снимала. Где она, блин, заспавнилась, что она не цепанула крест? Ну, это должен быть Анрё. Я хочу просто дождаться, чтобы мы прям... ну, все понятно. Вот прям вот... Вот чтобы вот так вот сказали. Хотя, возможно, мне не хватит усидчивости. Ай, блин! Thank you.
Слушайте, ну... Нельзя было проигнорировать крест. Она заспавнилась вот здесь, а крест лежал вот здесь. Единственный вариант, который возможен, это то, что она затушила свечку. И после этого прокнула обилка начать немедленную охоту. Потому что призрак не может проигнорировать крест. Это неправильно. Это ненормально. Так что фотка с унитазом великолепная. Мари Шоукросс, Анрё. И это инфосотка. Про Анрю можете посмотреть в моем гайде, как определить всех призраков без улик. Да, действительно, там описан способ, когда вы ставите крест, ставите рядышком свечку. Если свечка горит, а крест подъеден, то это не похоже на Анрю. Анрю действует наоборот. Он сначала тушит свечку, а потом практически сразу ест крест. Но, как видите, здесь тоже было такое немножко наглядная ситуация. Она чуть реже встречается, как мне кажется, и за ней чуть сложнее следить. Но суть была в том, что он заспавнился в зоне действия креста совершенно точно. Ну, то есть мы все видели, мы стояли практически на кресте, а он появился в радиусе креста. Но при этом крест не был подъеден перед атакой. То есть атака случилась вопреки кресту. А как бы выбирая из тех призраков, которые у нас были на руках, ну, это мог быть только Анрё. Исключительно Анрё. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на Dungeon Lords, а также Boosty в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.